6 октября в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ состоялась 9-я международная научно-практическая конференция «Россия, Китай. История и культура». Данная конференция проводится университетом совместно с Институтом Конфуция на базе Казанского федерального. В ее работе приняли участие и выступили с докладами сотрудники Института Дальнего Востока РАН, редакторы журналов и представители китайских вузов. Актуальность обсуждаемых тем вызвала живой интерес и у студентов. Участники и гости конференции рассмотрели не только научные исследования, посвященные вопросам развития и взаимодействия двух стран, а также затронули тему укрепления научного диалога между учеными всего мира. Любой желающий мог посетить открытые лекции гостей из Китая, знакомящих с особенностями китайской культуры. Как говорится, не понаслышке. Данная конференция, вот, на мой взгляд, она является данью уважения Казанской школе востоковедения, которой на следующий год, в 2017 году, исполнится 210 лет.